يا محمد يا أحمد يا محمد يا أحمد يا أمين يا أمين الله يا محمد يا أحمد يا محمد يا أحمد يا أمين يا أمين الله محمد أشرف الأعراب والعجم محمد خير من يمشي على القدم محمد باسط المعروف جامعه محمد صاحب الإحسان والكرم محمد تاج رسل الله قاطبة محمد صادق الأقوال والكلم محمد ثابت الميثاق حافظه محمد طيب الأخلاق وشيم يا محمد يا أحمد يا محمد يا أحمد يا أمين يا أمين الله يا محمد يا أحمد يا محمد يا أحمد يا أمين يا أمين الله محمد خبيت بالنور طيناته محمد لم يزل نورا من القدم محمد حاكم بالعدل ذو شرف محمد معدن الإنعام والحكم محمد خير خلق الله من مضار محمد خير رسل الله كلهم محمد دينه حق ندين به محمد مجملا حقا على العالمين يا محمد يا أحمد يا محمد يا أحمد يا أمين يا أمين الله محمد يوم بعث الناس شافعنا محمد نوره الهادي منا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا وسيد العالمين محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد وجائم عالمه وجائم حافظه وجائم جماعات приветствую вас наилучшим приветствием на этом дуньяле словами Ассаламу алейкум ва рахматуллахи тааля ва баракату. Далее поздравляю вас с месяцем рождения пророка, саллиллаху та'аля алейхи ва саллям. И сегодня с днем рождения пророка, саллиллаху та'аля алейхи ва саллям, прошу Всевышнего Аллаха, чтобы Аллаху Азза ва Джалла принял все наши деяния, которые мы совершали и будем совершать. И просим Всевышнего Аллаха, чтобы Аллаху Азза ва Джалла дал нам тавфик побольше делать ибадат и приближаться к нему и пророку, саллиллаху та'аля алейхи ва саллям. Сегодня для того, чтобы провести этот маджлис, мы предоставляем слово и даем как ведущему нашему алиму Исамбулату Хаджи, доктору шариатских наук, фалятафаддаль Машкура.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم زينا بزينة القرآن وأكرمنا بكرامة القرآن واجعل القرآن لنا نورا وهدى يا رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته уважаемые جماعات нам отрадно присутствовать здесь, поскольку уже последнее время никому не секрет, что уже часто мы собираемся в этой мечети с этим джамаатом. Не знаю, насколько вам это отрадно встречаться с нами, но нам это отрадно от того, что мы встречаемся с вами в этом доме Всевышнего Аллаха. Мы получаем от вас баракат, мы получаем от вашей встречи вдохновение тем, что мы хотя бы чуть-чуть можем на пути Аллаха делать какую-то работу. И сегодняшняя ночь у нас необычная ночь, можно сказать, с той связи, что она является одной из святых ночей, в котором родился наш пророк Мухаммад, саллиллаху алейхи вассалям. Вместе с этим, впервые, можно сказать, у нас в Дагестане проводится выставка Корана. Выставка Корана в таком, можно сказать, формате. Это впервые происходит в Дагестане. И вам палась эта честь, что это именно проходит у вас, в вашей мечети, с вашим джамаатом. И сегодня у нас представлены здесь разные экземпляры Корана. Сегодня мы будем говорить об Коране. Сегодняшняя ночь у нас получается ночь, пятничная ночь, ночь восхваления пророка, саллиллаху алейхи вассалям, и ночь Корана. Мы будем говорить об Коране, мы будем слушать Коран, мы будем слушать проповеди о Коране, мы будем слушать истории возникновения, ниспослания Корана. И все это, иншаллах, пусть Всевышний Аллах даст нам сабру, пусть даст нам созидание, пусть даст нам вдохновение в этом, чтобы Всевышний Аллах сделал наш маджлис баракатным. И после этого маджлиса, чтобы у нас зародилась в душе каждого человека любовь ко Всевышнему Аллаху, любовь к Его речи, любовь к Корану, любовь носителям Корана и любовь нашему пророку Мухаммаду, саллиллаху алейхи вассалям, первому носителю Корана. И ради этого мы собрались тут. Как всегда, мы начинаем наш маджлис, наверное, вы уже мавлиды прочитали, мы маджлис начинаем. У нас присутствуют здесь хафизы. Хафизы, как взрослые, самый большой взрослый хафиз, преподаватель Корана, это у нас Умар Асхаб Хаджи. Но помимо него, здесь у нас молодые хафизы присутствуют. Я с радостью представляю их. Это хафиз у нас Мусаб Алибеков, Рамазан Муртазалиев, Садрудин Сахиб Надзаров, Мухаммад Мансуров, Мухаммад Муртазалиев и Шамиль Расулов. Среди них они все, которые выучили Коран, которые носят в себе, в своей душе носят этот Коран. Один из них самый молодой, и который еще несколько шагов для него предстоит, чтобы он завершил заучивание Корана. Это у нас Мухаммад Мансуров. Мы предоставляем его, чтобы это было для него стимулом, чтобы он завершил, полностью завершил заучивание Корана. Мы здесь предоставляем ему слово и начинаем с него. Фалятуфадаль Машкурам Мухаммад Мансуров прочитает нам несколько аятов из Корана. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم ترى يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِمْ مِنْ أَثَرِ السُّجُودِ ذَلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنْجِيلِ كَزَرْعٍ أخرج شطأه فآزره فاستغله
الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما صدق الله العظيم تعالى وبلغ رسوله النبي الكريم Аллах манфана бихи ва барик лана фихи. Такой мы дуа делаем каждый раз, когда заканчиваем Коран, мы делаем такой дуа, чтобы Всевышний Аллах благословлял, благоденствовал нам этими аятами. Конечно, мы сегодня будем говорить об Коране, будем говорить много об Коране. Может, вы столкнетесь с некоторыми такими вещами, с такой информацией, которую много не знали об Коране. Многие из вас читают Коран, многие из вас выучили некоторые сураты из Корана. Здесь у нас представлены, как мы сказали, разные рукописи Корана, но все, что содержится в этих рукописях, все, что содержится в этих экземплярах, насколько мы должны его уважать, какое у нас должно быть отношение к этому, мы, конечно, сегодня хотели бы вам рассказать. До того, как мы расскажем, в общем, об самом Коране, как надо его заучивать, как проходит его заучивание у нас в Дагестане, во всем мире, как все это началось не с послания этого Корана, конечно, когда смягчаются наши сердца относительно Всевышнего Аллаха, относительно Корана, нам больше пользы мы получаем. Есть такое правило, называется «Ат-тахлияту кабля тахлия». Прежде чем мы украсим наши сердца какой-то информацией, их надо лишить от мирского. Сперва надо освобождать, потом надо украшать. Сперва надо, чтобы в наших сердцах, которые есть, остались мирское, осталась какая-то зависть, осталось какое-то что-то, чтобы мы удалили, чтобы наши сердца стали свободными, чистыми, чтобы принимать всю эту информацию об Коране. Поэтому мы предоставляем слово, как раз к нам подошел Хусейн Афанди. Вы его знаете все, он наш дагестанский проповедник, который преуспел в многом, можно сказать, своими проповедями смог повлиять на людей только из-за того, что он несет в себе искренность. Эти искренние проповеди, они открывают сердца. Как арабы говорят, «Ма хараджа минал кальби, дахала илал кальби». Если спросить, многие могут спросить, в чем же секрет таких проповедей, почему эти проповеди влияют? Чтобы проповедь влияла на других, он должен выйти из сердца, он должен быть искренним. Когда эта проповедь выходит из сердца, она заходит в сердца. Поэтому мы предоставляем ему слово, чтобы он именно открыл наши сердца, чтобы заполучить эту информацию. Ведь вы знаете, наш пророк, саллиллаху алейхи ва саллям, гару Хира, и он сперва уединялся. Сперва Аллах открыл ему сердце до того, как положить в это сердце, чтобы не спаслать это сердце Коран Всевышнего Аллаха. Хусейн Афанди, фалятафадаль машкуру. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم على دربه بإحسان إلى يوم الدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Мир и милость Аллаха Джалла ва Аля каждому из нас. Пусть Аллаху Джалла ва Аля возвысит нас в обоих мирах. Пусть Господь миров Аллаху Джалла ва Аля дарует нам любовь к себе, а потом посланнику, потом к этой великой книге Коран. Это каждый шаг приблизит нас к Аллаху Джалла ва Аля. Мы благодарны Аллаху Джалла ва Аля
за эту милость, чем Он окружил нас. Это первое, что мы стали из числа мусульман, которые познали величие и могущество Аллаха Джалла ва Аля, а потом познали Его любовь к нам. Да, именно Его любовь. Судный день, когда Господь миров определит, кого в рай, кого в ад, Аллаху Джалла ва Аля обратится к обитателям, двум рабам своим, и скажут: «Выйдите из ада». Мы хоть представление имеем, что такое ад. О Аллах, береги нас от ада, ее мук и страданий. И эти оба раба выйдут из ада и станут перед Аллахом Джалла ва Аля. Теперь Господь миров, Аллаху Джалла ва Аля, будет повелевать этим рабам заново войти в рай, то есть в ад. Один побежит, другой идет, останавливается и оборачивается назад. Идет медленно. Разве кто-нибудь захочет войти в ад? Они уже испытали эти муки и страдания. Аллаху Джалла ва Аля спрашивает первого, того, который бежит: «О мой раб, я велел тебе только идти, а ты бежишь, почему?» Я Аллах, а что Господь миров не знал, почему он бежит? Раб скажет: «Я Рабби, будучи на земле, я ослушался тебя. Я не был покорен тебе. Я не служил тебе, я раб. А теперь я хочу послужить тебе, я раб. Быть покорным тебе, я раб». Но ему путь только в ад. Он бежит. Второго Аллаху Джалла ва Аля спрашивает: «О мой раб, а ты почему медленно идешь, останавливаешься и оборачиваешься назад? Почему?» Раб говорит, скажет: «Я Рабби, я знаю, что ты милостлив, я знаю, что ты милосердный. В надежде, что ты будешь помиловать меня, я оборачиваюсь, я раб. Я не спешу, я раб». Аллаху Джалла ва Аля скажет первому: «О мой раб, возьми этого товарища за руку и войдите в рай, я простил вас». Аллаху Акбар. И такой Аллаху Джалла ва Аля не спасилал народ человечества, самого милостливого, милосердного, любящего нас, посланника, саллаллаху алейхи ва саллям. Однажды Аиша, радиаллаху анха, рассказывает: «Я сидела рядом с посланником, рядом с мужем, и посланник Аллаха обратился к Господу миров и сказал: «Аллахумма гфир ли Аиша, Аллахумма гфир ли Аиша, сирраха
وجهرها وكبيرها وصغيرها. О мой Аллах, прости этой моей жене Аиша ее тайные грехи и явные грехи, большие грехи, маленькие грехи, я Раб. Аиша от радости улыбнулась и даже упала на спину от восхищения и от радости. Посланник Аллаха спрашивает: «Я, Аиша, а ты обрадовалась?» Она говорит: «Я, Расул Аллах, как же не радоваться, коли ты просишь у Аллаха, чтобы Аллах простил все мои грехи, я сайиди, я Расул Аллах». Вы знаете, что сказал посланник Аллаха, который любил нас, любит нас и будет любить нас? Он скажет своей жене Аиша: «Я, Аиша, за каждой молитвой вот так же я прошу за мою умму, я Аиша. За каждой молитвой, так же, как и тебе, я прошу и за мою умму, я Аиша. Аллаху Акбар, я Сайиди, я Расул Аллах». И этот такой посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, принес нам и передал нам такую книгу великую, Коран, которой не подходит ложь ни спереди, ни сзади, ни справа, ни слева. Книга, которая является законом для тех, которые познали Аллаха Джалла ва Аля. И эта книга путь для правоверных рабов. Это книга, по которому воспитывались великие люди, как Абу Бакр, как Умар, как Усман, как Али ибн Аби Талиб. Люди когда-то заживо хоронили девочек, вдруг стали людьми, которые на самом деле, в которых присутствовала любовь к человеку, к природе, к окружающей среде. Да, на самом деле, они стали лучшими из лучших только благодаря тому, что они следовали за этой великой книгой Коран. Они внимательны были к ней, они изучали ее, они читали ее, они исследовали за ним. Поэтому сегодня мы восхищаемся этими людьми, мы говорим о них с гордостью и восхищением. Да вы обратите внимание на только Абу Бакр, ради Аллаху анху ва арда. Обратите внимание на Умар. Люди, которые, когда слышали ая из Корана, останавливались. У них сердца дрогнулись. Они менялись в лучшую сторону. Люди, которые вчера были обреками, стали людьми, у которых внутри, в душе любовь к роду человечества. Нам это так и произошло. Но сегодня наши отношения к этой великой книге Коран довольно не из лучших. Хотя, Алхамдулиллахи Раббиль Аламин,
за ту милость, что есть среди нас люди, ищущие, познавшие, старающие познать, изучать, выучивать эту книгу. Но нужно не только изучать ее, не только наизусть выучивать ее, нужно и последовать за ней. Вот тогда действительно мы станем носителями этой великой книги Коран, ибо Аллаху, посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Рубба талин лиль Кур'ан, валь Кур'ану яль'ану». Много чтецов Корана, которых проклинает сам Коран. Знаете смысл этих слов? Смысл этих слов заключается в том, молодой человек наизусть выучил Коран, но он никак не хочет понимать достоинство своих родителей, достоинство близких, родственников. Он не хочет отдавать долг перед родителями, он не хочет отдавать долг жене, он не хочет отдавать долг детям, он не хочет отдавать долг соседям, он не хочет отдавать долг человеку. Ведь Коран нас призывает к этому. Поэтому было бы, конечно, хорошо и прекрасно, если бы каждый из нас последовал бы за этой книгой. Имам Ахмад ибн Хамбал, ради Аллаху анху, однажды к нему пришел его ученик и сказал: «Я имам, я каждую ночь завершаю читать по одному Корана». Ахмад ибн Хамбал, ради Аллаху анху, сказал своему ученику: «О мой ученик, сегодня почитай ее, как будто бы ты ее читаешь передо мною». Ученик ушел домой. Утром на утренней молитве Ахмад встретил ученика и спрашивает: «Ну как, сынок, сегодня почитал ты эту книгу, Коран?» Он сказал: «Да, я имам». Имам говорит: «И сколько закончил?» Он говорит: «Половина только закончил, я имам». Теперь имам говорит: «О мой ученик, о мой сынок, сегодня почитай ее, как будто бы ты читаешь ее перед посланником Аллаха, учителем человечества». Второй день ученик приходит на утреннюю молитву. Ахмад спрашивает: «А сегодня сколько почитал? Сколько закончил?» Ученик говорит: «Я имам, сегодня я ее закончил, только один жуз я почитал, больше не смог, я имам». Теперь Ахмад говорит: «Я хаза, о ты мой брат, о ты мой ученик, а сегодня почитай эту книгу, как будто бы ты читаешь ее перед Аллахом джалла, джалла ва аля». Следующий день ученик пришел, имам смотрит, он весь оплаканный, глаза опухшие, мокрые. Имам спрашивает: «О мой ученик, сколько почитал сегодня?» Ученик плачет и говорит: «Я имам, сегодня я сурату аль-Фатиха не закончил». Аллаху Акбар. Вот они, чтецы Корана. Вот они, люди, которые любили Аллаха джалла ва аля. А теперь я хочу обрадовать тех, которые являются носителями Корана. Дорогие мои братья, я восхищаюсь вами. Я живу вами, я дышу вами. Потому что Аллаху джалла ва аля взял на себя сохранить и беречь эту книгу, сказал: «Инна нахну наззална зикра, ва инна лаху лахафидун». Я не посылал эту книгу на вас, и я буду защитить ее.
ваши сердца, они являются защитниками этой книги. Поэтому дай Аллах вам здоровье. И последнее. Один из молодых ребят вышел изучать Коран. Он слушал, где-то вдали живет шейх, который учит Корану. Он довольно долго шел. Тогда машин, самолетов не было. И когда он доехал до него, шейх не принял его. Он сказал ему: сынок, у меня и так достаточно детей, я не могу уделить на тебя внимание, поэтому я не могу принимать тебя на учебу. Этот молодой человек заплакал, покинул и едет обратно. По пути ему пришлось ночь провести в пещере. Тогда гостиниц не было. Ему пришлось провести ночь в пещере. Во сне к нему пришел посланник Аллаха и сказал: сынок, возвращайся обратно. И иди к этому шейху, он обязательно будет учить тебя. Я, говорит, сказал: я Расул Аллах, он ведь не принял меня. Он сказал, что нету времени и нету возможностей, достаточно детей. Посланник Аллаха, говорит, сказал мне: ты иди, он примет тебя. Скажи, что я вернул тебя. Я, говорит, сказал: я Расул Аллах, разве он поверит в меня? Ну и что, если я скажу, что я тебя видел во сне? Разве посланник Аллаха поверит? Что же, говорит, как знак сказать мне ему? Скажи, говорит, ему: зумаран зумара. Утром молодой человек возвращается, обратно заходит к этому шейху, носителю речи Аллаха джалла ва аля. И что дальше? Этот старик, этот хафиз, не принимает его. Он говорит: я же тебе сказал, что нету возможности. Молодой человек говорит: меня вернул посланник Аллаха, поэтому я здесь. Поэтому я здесь. Старик говорит: с чего я должен верить в тебя? Мы бы тоже так сказали, нет? А какой знак? Молодой человек говорит: он мне сказал, когда я сказал ему: а какой знак? Он мне сказал: зумаран зумара. Старик соскочил с места. Молодой человек говорит: посланник передал тебе ассалям и сказал, что скажи ему: зумаран зумара. Старик соскочил, он трогнулся, он пошел в дрожь. Он говорит: сынок, садись. Молодой человек говорит: я шейх, я не сяду и не буду учиться у тебя до тех пор, пока ты не скажешь, какое значение имеет это слово тебе, зумаран зумара. Что это значит? Шейх рассказывает: однажды, говорит, сынок, я спал. Спал и видел посланника во сне. Я спросил: я Расул Аллах, я сайиди, как войдут в рай носители Корана? Люди, которые наизусть выучивали Коран. Посланник Аллаха, говорит, мне сказал: зумаран зумара. Группами войдут. Аллаху Акбар. Ребята, дай Аллах вам здоровье. А тем, который их учит, а вам терпение,
и великое терпение. А всем остальным нам поддержку. Пусть Аллах возвысит каждого из присутствующих. Акулу каули хаза, ва астагфиру Аллаха ли ва лакум, ва саламу алейкум ва рахматуллах. Баракаллах. Пусть Всевышний Аллах вот этой группами, толпами, когда эти люди носители Корана, когда будут войти в рай, пусть Всевышний Аллах сделает нас, чтобы мы тоже за этими толпами, Всевышний Аллах нам предоставил возможность, хотя бы после них, за ними, чтобы Аллах дал нам возможность, чтобы мы были любимцами их, этих носителей Корана. Ведь каждому человеку, когда будет предоставлена возможность из людей, которые остались в аду, им будет возможность, предоставлена возможность, чтобы каждый взял из обитателей ада кого-то за руку в рай. Если мы полюбим их, если мы сейчас познакомимся с ними, сделаем им почет, может, они предоставят нам такую же возможность в судный день, чтобы мы вместе с ними оказались. Пусть Всевышний Аллах нас воскресит вместе с ними, пусть Всевышний Аллах на этом мире даст нам возможность, чтобы мы уважали Коран. О носителе Корана, о людях, которые выучили Коран, я скажу два арабских фраз, которые звучат. В арабском языке есть такое слово «сахиб» называется. «Сахиб» означает «товарищ», «друг», «сподвижник». Вы знаете, сподвижники пророка, саллиллаху алейхи вассалям, их называют «асхаб», «товарищи», «сподвижники». Но арабы говорят, чтобы «сахибом» кого-то назвать, и он должен с кем-то долго находиться. И он должен получить какую-то пользу от человека, от того, с кем он находится, чтобы его назвать его сахибом. Носители Корана их называют «асхабул Коран», «сахибул Коран». И судный день все, когда предстанут перед Аллахом, будут вызывать этих людей «сахибул Коран», то есть товарищи Корана, сподвижники Корана. И чтобы вот это сподвижничество, чтобы это товарищество было, человек должен долго находиться, чтобы завоевать вот это товарищество. И эти люди, если долго бы не занимались бы Кораном, долго, если не читали бы Коран, они не стали бы товарищами Корана, они не стали бы носителями Корана. Поэтому носитель Корана, пророк, саллиллаху алейхи вассалям, говорит, «Хум ахлюллахи ва хасатуху». Вторая фраза, это ахль. Ахль, вы знаете, мы говорим, ахлу кхизан говорим, ахлу. Ахлу это означает род. Ахлу это означает люди очень близкие друг к другу. Будь это в родстве, или будь это подражанием, или следованием. Мы являемся ахлю наби, нашего пророка, саллиллаху алейхи вассалям. Ахлем являемся следователем. Ученые говорят, ахль это следователи, или ахль это род. Мы не являемся из рода пророка, но мы являемся его следователями. А пророк говорит, носители Корана, выучившие, «Хум ахлю Аллах». Они говорят, как род Аллаха, как следующие Аллаху. Специальное такое название, никто другой из этой уммы, даже ученые, не получили. «Ахлю Аллах», «Ахлю Аллаха», «Ахлю Аллаха». Поэтому, как здесь Хусейн Афанди тоже сказал, самые лучшие, которые носители Корана, почему они самые лучшие? Первый, кто получил себе, сохранил Коран, кто был? Пророк наш Мухаммад, саллиллаху алейхи вассалям, это первое сердце, которое Всевышний Аллах не спаслал, это сердце Коран. А пророк, саллиллаху алейхи вассалям, говорит, «Ман кара аль-Кур'ана», тот человек, который прочитал Коран, некоторые ученые говорят, выучил Коран, здесь чтение подразумевается заучивание. Тот человек, который выучил Коран, «Факадис стадраджа байна джамбайхи ан-нубуата», этот человек говорит, который имеет в своей груди пророчество. «Гайра аннаху ла юха илайхи», но однако к нему откровение не посылается. Откровение, которое не послано пророку, оно уже послано. И пророк стал пророком, потому что получил это откровение. А носитель Корана, вот это же пророчество, избранность, ношение Корана имеет. Но он дальше уже откровение не получает. Он не является
тем человеком, который имеет право что-то запрещать, что-то велеть, кроме тем Кораном, который у него внутри находится. Если он будет руководством этого Корана, этот человек уподобляется пророчеству. Поэтому такие люди мы предоставляем слово для прочитания этого Корана, несколько аятов. Алибеков Мусаб, прочитай нам несколько аятов о том Коране, который ты несешь себе, чтобы мы тоже получили баракат от этого. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير صدق الله العظيم صدق الله العظيم تعالى وبلغ رسوله النبي الكريم اللهم انفعنا به وبارك لنا فيه. Приветственное слово предоставляем заместителю районного имама Темирбулатову Исламуддин Фалиатефаддаль Машкуран. Ауду билляхи минаш шайтанир раджим, бисмиллахир рахманир рахим. Вассаляту вассаляму аля ашрафил мурсалин ва аля алихи ва асхаби аджмаин. Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракату. В первую очередь, уважаемые братья и сестры, хотел бы вас всех поздравить с этим наступившим месяцем Рабиуль-Авваль, в котором родился самый лучший из людей, наш любимый пророк Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям. Пускай Всевышний Аллах в этот месяц ниспослает на нас самые большие свои благословения, ниаматы. И дай Аллах, чтобы мы достойным образом провели этот месяц, возвеличивая нашего любимого пророка Мухаммада саллаллаху алейхи ва саллям. Так как сегодняшний вечер у нас вечер Кур'ана. И как мы знаем, Кур'ан это один из самых больших муджизатов пророка Мухаммада саллаллаху алейхи ва саллям. И как мы знаем, Кур'ан, он не спасался, разом он пророк алейхиссалату ва саллям не спасался. Целых 23 года пророк алейхиссалату ва саллям получал от Всевышнего Аллаха по частям, по аятам, по сурам священный Коран. И вот теперь перед нами вот на столе стоят разные Кораны, которые написаны нашими предками. И на сегодняшний день у нас есть та возможность, которая не была у наших предков, изучать Коран, читать Коран. Ранее приходилось перед учителем сидеть, писать или же сразу наизусть учить Коран, чтобы потому что у каждого не было возможности приобретать Коран. Но сегодня у нас эта возможность есть. И мы должны воспользоваться этой возможностью. В хадисе пророка, алейхиссалату вассалям, говорится, вы, говорит, читайте Коран, поистине он будет заступником в судный день. Будет заступничать,
за того человека, который читал этот Коран. Поэтому, уважаемые братья, мы должны изучать Коран, учиться читать правильно Коран. Почему я говорю, подчеркиваю чтение Корана правильно? Также передается, что сколько человек читает Коран, а Коран его проклинает. Когда мы слышим такие слова, очень страшно становится даже, как это может быть, мы читаем Коран, а Коран нас проклинает. Ученые богословы это говорят, потому что человек, когда читает Коран, если он неправильно его читает, не проявляет должным образом адаб к этому Корану, вот тогда, говорит, Коран его проклинает. Чтобы такого не было, мы должны научиться читать Коран правильно и обращаться с Кораном должным образом, проявляя к нему адаб. Также, уважаемые братья, конечно, здесь есть другие выступающие, каждый расскажет достоинство чтения Корана. Вот представьте, какую милость еще нам предоставил Всевышний Аллах в чтении Корана. Также вот расскажу смысл хадиса. Пророк алейхиссалату вассалям говорит, что за каждую букву, которую мы читаем в Коране, мы получаем вознаграждение. А каждое вознаграждение, оно равняется 10 вознаграждениям. И пророк алейхиссалату вассалям говорит, я говорит, не говорю, что вот алиф, лям, когда мы читаем, это одна буква. Алиф – это буква, лям – это буква, мим – это буква. Получается три буквы, да? Алиф, лям прочитали, получается три вознаграждения получаем, равные 10 вознаграждениям. И каждое вознаграждение приравнивается 10 вознаграждениям. За одно чтение алиф, ляма, вот этих трех букв, получаем 30 вознаграждений. И представьте, сколько букв из Корана мы читаем и какое вознаграждение мы получаем. Дай Аллах, чтобы мы все научились читать Коран правильно и должным образом читали и проявляли к нему адаб. Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Ва алейкум ассаляму ва рахматуллахи ва баракату. Мы по ходу будем задавать вопросы. Сейчас, наверное, первый вопрос, можно уже задать первый вопрос, чтобы каждое, что мы говорим здесь, наш маджилис, чтобы он оживился, мы предоставим вам тоже слово. Это маджилис, получается, у нас не только алимы будут здесь участвовать, вам тоже предоставляется такая возможность. Многие из вас сегодня информированы, многие из вас знаете уже об Коране что-нибудь. Если у вас спросят, ну лучше, конечно, будет поднимать руку, я постараюсь посмотреть, Идрис Хаджи, наверное, мне поможет посмотреть в зале, кто первый поднимет руку, и тому предоставляем возможность ответить на этот вопрос. Здесь такой вопрос идет. Ауалю ма назала минал Коран, ва айна назалят, первое ниспосланное Корана, что было первым ниспосланным, и где это было ниспослание? Ну, сразу я первую эту руку увидел. Место это Гар-уль-Хира, Мекке. И первый аят? Икра. Первый аят был Икра. А в какой день, если сказать? 17 Рамазан. 17 Рамазан. А что за день? Понедельник. Понедельник, правильно. Столько всего... Даже мы добавили от себя, столько всего получается. Действительно, пророк, саллиллаху алейхи вассалям, сказал, понедельник – это день, которым я родился, и день, который ко мне был ниспослан Коран. Поздравляем, мой уважаемый брат, несмотря на такой возраст. Здесь другая рука была поднятая. От самого, можно сказать, наверное, маленький он здесь. От него тоже поднятая рука была. Но в любом случае, информации мы вас всех поздравляем. Сейчас мы предоставляем слово для тоже... чтение Корана. Муртазали у Рамазан прочитает нам несколько аятов. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Алиф-лам-мим. Аллаху ла илаха илля хуваль-хайюль-кайюм.
نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد صدق الله العظيم تعالى وبلغ رسول النبي الكريم اللهم انفعنا به وبارك لنا فيه والحمد لله رب العالمين يا расскажу одну маленькую историю чтобы вы смогли проявить терпение. Эта история, я в прямом трансляции ее видел, рассказывал арабский проповедник, ученый, он рассказывал. И он говорит, что ее мне тоже рассказали студенты из России, из Дагестана. Мне приятно было, когда один из таких больших проповедников, многие, наверное, его знают, Умар Абдулькафи, доктор, он исламский сильный, известный проповедник, и он рассказывает историю, которая случилась в Дагестане, рассказывает араб. И он говорит, что студенты мне рассказали в одно время, когда коммунистические года, в одном селе, говорит, у нас был только один Коран. И этот Коран, говорит, люди спрятали, и не было больше другого Корана в этом селе. И люди, чтобы читать этот Коран, вот один единственный Коран, который находился во всем селении, они друг другу передавали, говорит, этот Коран на одну ночь. Вот так по очереди передавали, чтобы каждый житель села имел возможность прочитать этот Коран. До утра этот Коран оставляли у него. А днем ее прятали, потому что невозможно было, чтобы знали, что находится такой Коран в этом селе. И так, говорит, каждый получал, читал до утра, сколько смог. И представьте себе, как ждали этот Коран, и как, наверное, с семьей собирались, чтобы читать этот Коран, и какое должное внимание давали этому Корану. И одному старику попалось, говорит, этот Коран. И он оказался нечитающим, не знал читать Коран. Что этот человек сделал? Этот человек открыл, говорит, Коран, поставил перед собой, и начиная с первой суры до утра перелистал каждый Коран, каждый лист смотрел и перелистал до утра этот человек. Ведь для этого человека какое вознаграждение получит, как будто он прочитал Коран, потому что он проявил внимание к Корану, уважаемые братья. Если вы сумеете здесь, вы не думайте, что из-за того, что вы здесь сидите, просто сидите. Вот эти Кораны, посмотрите, наши предки как написали этот Коран, сколько перо, сколько всего трудов было, чтобы написать один Коран, сколько лет, наверное, они работали. Об этом же мы сегодня приходим, говорим здесь. Нам рассказывал наш ученый, сирийский ученый Мухаммад Саид Рамадан Ильбут, и в одном из уроков он рассказывает,
Вы знаете, Османская империя более и выше 80 лет, почти, можно сказать, на тысячелетие возглавил Османская империя. И он говорит, какая мудрость является, что османы на столько лет возглавляли, говорит, исламским халифатом. Какая мудрость в этом заключается? Почему османы друг другу, несколько халифов у османов было на протяжении нескольких лет, столетий? Рассказывает, говорит, ученые, что первый основатель Османской империи, Усман, когда он пришел в гости, говорит, одному, ему предоставили ночлег. Ему предоставили ночлег, и место, где он спал, где были направлены его ноги, там висело такое... Мешок висел. И он когда посмотрел, оказалось, что там Коран лежит. Коран в этом мешке, имеется Коран. И он, проявляя, говорит, уважение к этому Корану, до утра не спал. Потому что, чтобы не оставить адаб, чтобы его ноги были направлены к Корану, он, говорит, до утра не спал, проявляя уважение к этому Корану. И Аллах, из-за того, что он настолько уважал Коран, столько его потомству дал возглавить этот мир. Об этом и Коран говорит, что я унаследую эту землю тем людям, которые будут бояться Всевышнего Аллаха. Мы предоставляем слово, приветственное слово руководителю отдела просвещения Алию Алиев Алятафадаль Машкуран. Они большую работу делают в этом городе, в общем районе для распространения ислама. И он скажет нам несколько слов, тоже хотели бы послушать. Нам отрадно, что наши ученики достигли до таких уровней и распространяют ислам. Аллаху биллахи минаш шайтанир раджим. Бисмиллахир рахманир рахим. Алхамдулиллахи раббиль аламин вассалату вассаламу аля сайдина Мухаммадин ва аля алихи ва сахбихи аджмаин. Амма баъд, ассаламу алейкум ва рахматуллахи тааля ва баракату. Уважаемые братья, в первую очередь искренне поздравляю вас всех с наступившим месяцем Рабиуль-Авваль, месяц, в котором родился наш любимый пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям. Ведь пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, как было уже сказано, любил и переживал за нас с вами, и даже последний день, когда он покидал этот мир, он просил за нас. То есть говорил «Уммати, о моя община, о моя община». И пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, также проявлял заботу и переживал за своих сподвижников. Когда он видел своих сподвижников в тяжелом состоянии, пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, даже слезился, то есть прослезился. Переживал за них и всегда помогал нуждающимся своим сподвижникам. Пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, вот сподвижники пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, любили и уважали его настолько, что даже если взять одного сподвижника, Абу Бакр ас-Сахаб радиаллаху анху, он несколько раз в своей жизни пожертвовал все, что было у него, пожертвовал своей имуществом ради Всевышнего Аллаха и ради пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. И они очень сильно вот так любили их. Даже имам Малик, радиаллаху анху, если говорит о любви этих великих людей к пророку, саллаллаху алейхи ва саллям, имам Малик, радиаллаху анху, в Медине верхом на лошади не ездил, проявляя уважение к пророку, саллаллаху алейхи ва саллям. Он говорил, я стесняюсь то есть ездить верхом на лошади, где ходил пророк, саллаллаху алейхи ва саллям. Вот таким образом эти великие люди выявляли любовь к пророку Мухаммаду, саллаллаху алейхи ва саллям. Пусть Всевышний Аллах поможет нам всем и даст силы, чтобы мы изучали жизнеописание пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, и чтобы в наших сердцах эта любовь пророку, саллаллаху алейхи ва саллям, увеличивалась. И также я хочу выразить благодарность организаторам этого маджлиса за то, что они организовали такую выставку Корана
Вот предыдущие выступающие сказали, какую важность в жизни мусульманина имеет Коран. И большое спасибо и этим организаторам, и мы должны проявлять шукру, благодарность Всевышнему Аллаху сегодня за то, что у нас есть такая возможность прийти и посмотреть на эти Кораны наших предков. Пусть Всевышний Аллах нам всем поможет и даст силы изучать жизнеописание пророка, саллиллаху алейхи вассалям. Вальхамду лилляхи раббил аламин. Баракаллаху фик. У нас, мы будем сейчас говорить, сейчас выступающий у нас будет говорить об неспослании Корана. Что было первым неспослано, как было все неспослано. Мы до этого посмотрим, может кто-нибудь уже знает, что было первым неспосланным, мы уже сказали. Первый, кто собрал Коран. Коран, вы знаете, было собрано, потом было записано. Кто-нибудь знает, кто первый, кто собрал Коран? Вот последний. Смелля. Абу-Бакр. Принимаем? Рыс. Принимаем. Абу-Бакр, как собрал он? Сюда иди. Что значит Абу-Бакр собрал Коран? Как ты знаешь, как знаешь, что как он его собрал? Ну, знаешь, что Абу-Бакр собрал. Хорошо, да, в любом случае. А сейчас мы, как Абу-Бакр собрал Коран в его время, как она была собрана, как все это происходило, как был ниспослан Коран, об истории ниспослания и собирания Корана, мы предоставляем слово преподавателю Исламского университета имени Саидбега Даитова Газия Удибиру Муслиму. Фалятуфаддаль Машкура. Бисмилляхи рахмани рахим. Альхамду лиллахи раббил аламин. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا يا رب العالمين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا уважаемые братья, Всевышний Аллах Тааля сделал закон на этой земле, что Аллах Тааля, проявляя свою милость, во все времена посылал пророков. Посылал пророков, которые обучали людей истине и направляли их на путь истины. И некоторым из этих пророков была ниспослана книга. И эта книга, она собой представляла свод законов и идеологий, которые должны следовать люди. И, конечно же, самым лучшим из всех пророков, которые были посланы к людям, как милость. Милость в том, чтобы они обучали людей истине. Потому что если люди были бы оставлены сами на себя, без наставления пророков, без обучения пророками, то люди, естественно, они не смогли бы найти путь истины. Поэтому Всевышний Аллах, проявляет всегда величайшую милость, что посылал пророков и давал им книги, и посылал к ним книги, которые были сводом законом. И, конечно же, самой лучшей книгой, которая была ниспослана к самому лучшему из пророков, это был Священный Коран. Священный Коран, который, по сути своей, представляет свод законов, который со дня ниспосылания и до судного дня собой это является единственным сводом законов, который приносит людям благо и в мирском, и в ахиратском. То есть, если человек он правильно сможет и додумается следовать Корану, то в нем человек обязательно найдет спасение. Натура человека, она всегда такова бывает, что он ищет спасение, но милость Аллаха в том, что Он дал нам это спасение. Аль-Коран Аль-Карим. Священный Коран, Он дал это спасение. Проблема в том, что мы не умеем, к сожалению, особенно в наше время, чуть-чуть отдалились от этого. И поэтому, наверное, чтобы мы обратно пришли вот в то былое величие, которое было у мусульман, это несложное дело, просто надо вернуться к этой книге Коран. А вот если сказать насчет истории, как она ниспосылалась,
то история ниспослания Корана, она началась в 610 году. В 610 году это получается по христианскому календарю, под этому календарю у нас в 610 году пророк, алейхиссалату вассалям, перед пророчеством Всевышнего Аллаха Тааля сделал так, что ему возлюбилось уединение. Уединение пророка происходило в пещере Хира. И уединение пророка было поклонением Всевышнему Аллаху Тааля, где пророк, алейхиссалату вассалям, размышляя о Всевышнем, размышляя о создании Всевышнего, размышляя о величии Всевышнего, проводил время. Как Аиша, радуяллаху анха, передает, началом ниспослания Корана было, говорит, то, что пророк, алейхиссалату вассалям, уединялся в пещере Хира. Он там проводил определенное количество ночей, определенное количество дней он проводил, уходил туда, беря с собой провизию, которая ему хватило бы на это количество дней, которые он там проводил. Итак, пророк, алейхиссалату вассалям, оставался в этой пещере, пока однажды к нему не пришел ангел Джибриль, алейхиссалям. Он явился к пророку и сказал: «Читай, о Мухаммад». Особенность нашего пророка, алейхиссалату вассаляма, было то, что он не читал и не писал. Конечно, можно задаться вопросом, почему пророк, алейхиссалату вассалям, он не читал и не писал. Тут, конечно, в том, что есть мудрость Всевышнего, которую сделал Всевышний Аллах Тааля в этом. Это то, что если любой человек будет знать, что Мухаммад не умеет ни читать, ни писать, то ни у кого не будет возможности сказать. Если люди знают, что он не пишет и не читает, никто не сможет сказать, что Мухаммад этот Коран где-то прочитал или у кого-то взял или откуда-то списал. Ведь это на самом деле чудо было, что человек, который не умеет ни читать, ни писать, к нему был ниспослан Коран, к нему была ниспослана книга, которая содержит в себе великое количество чудес, и в том числе и научных тоже открытий, которые по сей день продолжаются, эти открытия, и люди до сих пор полностью, можно сказать, не постигли всей сути этого Корана, то есть имеется в виду именно в этом смысле, в смысле того, насколько, сколько чудес он внутри себя содержит. И вот ангел Джибраиль приходит к пророку, алейхиссалату вассалям, и говорит: «Читай, о Мухаммад». Мухаммад говорит: «Я не являюсь читающим, я не читаю». Тогда ангел Джибриль берет его и сжимает настолько крепко, что пророк, алейхиссалату вассалям, говорит: «Это сжатие меня обессилило», говорит. А пророк не был слабым человеком. Пророк, алейхиссалату вассалям, был сильным человеком, но пришел ангел Джибрил и сжал его так, что он обессилел. И второй раз повторяется: «Читай, о Мухаммад». Пророк, алейхиссалату вассалям, говорит: «Я не являюсь читающим». Повторяется сжатие и так три раза. И на третий раз, когда Джибрил ему сказал: «Читай, о Мухаммад», пророк, алейхиссалату вассалям, ответил: «Я не являюсь читающим». Джибрил тогда прочитал ему первые аяты: «Икра бисми раббика лязи халак». Первые пять аятов из этой суры, из сурат аль-Алак, были ниспосланы из Корана. И, конечно же, тоже можно обратить внимание на первое слово «Икра», которое означает «читай». И как будто бы Всевышний Аллах Тааля указывал на особенность этой уммы, указывая, что эта умма, она должна быть читающей уммой, читающей общиной должно быть. Потому что даже первое слово, которое ниспослано, это «читай». И если взять даже саму историю мусульман, в эпоху, когда они были читающими, в эпоху, когда они занимались науками, то никто не мог сравниться с мусульманами. Ведь за последние 200-300 лет, когда мусульмане пришли, к сожалению, вот такой упадок мусульмане пришли, то это все случилось только потому, что мусульмане оставили принцип «икра», принцип «читай». Они отдалились от науки. Даже если посмотреть в школах, уже, как говорится, знаете, в моду вошло не учиться. Это, к сожалению, это очень плохо. И дальше вот ниспосылание Корана, когда Коран ниспосылался к людям, пророк, алейхиссалату вассалям, получал Коран в течение 23 лет. Коран аль-Карим ниспосылался на пророка, алейхиссалату вассаляму, он не был ниспослан, Коран аль-Карим, разом, как одна целая книга, от начала до конца, которая, допустим, вот если взять, чтобы все аяты были распределены таким образом, по порядку, да? Ниспосылались аяты Корана Всевышнему Аллаху Тааля
Допустим, могло произойти какое-то происшествие, в котором есть благо для мусульман или назидание для мусульман. Аллаху Тааля не спасал аят, который являлся ответом на это происшествие. Или Аллаху Тааля мог спасать людям именно тот закон, который принесет людям благо именно в тот момент, когда люди были готовы его принять. И вот таким образом Коран не спосылался, а сами сподвижники, ридуаналлахи алейхим, они проявляли к этому Корану величайшую заботу. Величайшую заботу они проявляли к этому Корану. Каждый аят, который бывал не спослан на пророка, алейхиссалату вассалям, они его заучивали наизусть. И сам пророк, алейхиссалату вассалям, в начале не спосылания Корана повторял за Джибрилем, алейхиссалям, боясь забыть хотя бы одну букву из того, что к нему не спосылается, пока Всевышний Аллах Тааля не ниспослал на него аят, в котором говорится «Ля тухаррик бихи лисанака ли таджаля бих». То есть «Я Мухаммад, не спеши», Аллах Тааля сделал так, что они не шевели языком, означает, Мухаммад не должен был повторять после этого. Он не должен был повторять после этого за Джибрилем, потому что Аллах Тааля сделал так, что каждый аят, который не спосылался, он фактически запечатлялся в сердце пророка, алейхиссалату вассалям. И пророк, алейхиссалату вассалям, этим был первым, кто наизусть знал все, что не спосылается. Но сахаба, ридуанулахи алейхим, их забота насчет Корана, Корану была настолько великая, каждая аят, которая была неспослана, они передавали этот аят друг другу. Вот если взять к примеру, когда Умар, когда ислам принимал, он пришел в дом своей сестры, которая раньше него приняла ислам, а Умар был еще не принявшим ислам. Вот в доме сестры в это время что происходило? К ним пришел сахаби, сестра и ее муж, сестра Умара, Фатима, дочь Хаттаба и ее муж Саид, сын Зейда. Они были дома, и к ним в гости пришел другой сподвижник, Хабаб ибн аль-Арат. Зачем он пришел? Он пришел, чтобы им прочитать те новые аяты, которые были ниспосланы на пророка, алейхиссалату вассалям, и сурату Таха. Вот для этого он пришел. И Умар, как раз, еще не принявший ислам, который был, он наткнулся на них именно в тот момент, когда они читали вот эти суры, вот эти аяты новые. Это нам о чем говорит? Это говорит о заботе с подвижником, о священном Коране, насколько они заботились. И в этом, конечно, есть великая мудрость, в том, что эта книга, которая была ниспослана на пророка, алейхиссалату вассалям, Аллаху Тааля сделал из последователей, из подвижников пророка, таких людей, которые этот Коран учили наизусть. Каждая аят, которая была, бывала ниспослана, сахабат из подвижников, ридуанулахи алейхим, учили наизусть. И при жизни пророка, алейхиссалату вассалям, было большое количество сподвижников, которые знали этот Коран наизусть. Даже можно вспомнить такой случай, знаете, вот все, что было ниспослано, сахабаты, вот аят какой не спосылается, сразу учат наизусть. И большое количество сподвижников такое было. Даже тут можно вспомнить такой случай, когда в 4-м году после переселения пророку, алейхиссалату вассалям, пришли люди из племени Бану Амир, которое называется племени, они пришли и сказали: «Я Мухаммад», говорит, она обращается к пророку, «у нас, говорит, как среди людей, говорит, есть надежда, что люди примут ислам. Отправил бы ты к нам людей, которые обучили бы наших людей исламу, наши племена». И пророк для этой миссии избрал 70 хафизов, то есть 70 сподвижников, которые знали наизусть все то, что было ниспослано к тому моменту из Корана. Избранных 70 человек пророк, алейхиссалату вассалям, отправляет туда, чтобы обучить людей Корану. И когда сподвижники, они шли в своем пути к этому племени, к сожалению, случилось предательство со стороны некоторых племен, неуверовавших еще племена, которые были племена мушриков, которые окружили этих сподвижников, и все 70 человеков из этих хафизов, которые знали наизусть этот Коран, они стали шахидами, они были убиты, все 70 человек из этих сподвижников, которые были хафизами в то время. Это было в 4-м году в месяце Сафар. В том же году в месяце Сафар произошла другая трагедия, тоже связанная с хафизами. Это когда другое племя, люди из другого племени пришли, сказали то же самое:
«О, Мухаммад», говорят они, «у нас в племени, говорят, люди как склоняются, есть надежда, что они примут ислам, отправил бы ты к нам людей, чтобы они обучили Корану». Пророк отправил 10 человек к ним. И эти были хафизы, которые знали Коран наизусть. То есть все, что было ниспослано к тому времени, они знали наизусть. И, к сожалению, их тоже постигло предательство. Все вдесятером они стали шахидами. То есть мусульмане за один месяц в жизни пророка, алейхиссалату ассалям, потеряли почти 80 хафизов. И, конечно же, тут, наверное, стоит обратить внимание, что вот то, что связано с этими хафизами, это было чудо. Потому что из них был человек, допустим, возьмем одного человека, пример, как Асим ибн Амр, это человек, который был. Человек, когда принял ислам, поклялся, что он никогда в жизни не тронет неверующего, и что верующий его тоже не тронет. Вот он был из числа из этих 10 человек. Когда его убили, за его голову был назначен большой выкуп. Потому что некоторые люди за его голову назначили большой выкуп. Кто его голову принесет? Неверующие, это мушрики, захотели его голову отрубить. Но случилось чудо, хафиз. Этот человек был хафизом. Случилось чудо. Знаете, вот шмели, они окружили его тело и не подпустили никого к нему. Они говорят между собой, давайте мы завтра вернемся. Может быть, завтра там они это улетят, это шмели, да, и мы его заберем, говорит. Но на завтра они его тело не нашли. На завтра его тело не нашли, пришел вот поток, ушели, пришел поток и забрал его тело. И никто не нашел его тело. Аллаху Та'аля уберег его, этого хафиза. И вот так сподвижники, ридвануллахи алейхим, учили этот Коран наизусть и сохраняли его в сердцах. Это говорит о многом, уважаемые братья, что Коран, который перед нами, он был сохранен таким образом, как он был ниспослан на пророка, алейхиссаляту вассалям, буква в букву. То есть, если мы сказали бы, его учил один или два человека наизусть, тут можно было бы задать вопрос, а нет ли там вариантов, что что-то может быть изменено. Но когда мы знаем, что количество этих людей, которые учили, было сотни и больше из сподвижников, то тут, конечно, вопрос, всякие вопросы отпадают, и тут остается ответ, что этот Коран просто немыслимо было исказить, что он остался таким, какой он был ниспослан на пророка, алейхиссалату вассалям. Забота сподвижников продолжилась, она и после смерти пророка, алейхиссалату вассалям. Когда в 12 году, то есть пророк, алейхиссалату вассалям, умер в 11 году, это 633 год получается, когда уже на следующий год мусульманам пришлось с некоторыми вероотступниками воевать. Случилось в 12 году, большая битва случилась в Йемене, в местности Ямамат, которая называется. Вот в этой битве еще 70 сподвижников, хафизов Корана, которые знали полностью Коран наизусть, они пали шахидами. В этой битве они умерли. И это встревожило сподвижников. Умар, радиаллаху ангу, подходит к правителю того времени Абу Бакру и говорит, обращаясь к Абу Бакру, наши хафизы, говорит он, которые знают Коран наизусть, среди них, то есть они участвуют в войнах, и естественно, что то, что они будут погибать в войнах, это естественное дело, говорит. И я боюсь, есть такое опасение, что чем меньше их будет становиться, тем больше проблем будет с этим, то есть тем больше есть вероятность, что что-то забудется. И он уговорил Абу Бакра начать собирание Корана воедино. Там еще момент есть такой, что сподвижники, они не только наизусть заучивали. У пророка, алейхиссалату ассаляма, были люди, которые ученые по-разному говорят, что было и 25, говорят, и до 40 достигало количество, которых работа которых была записывать то, что ниспослано из Корана, каждый аят они сразу записывали. Потом перед пророком, алейхиссалату ассалям, перечитывали, и пророк, алейхиссалату ассалям, проверял, они как написали. Буква в букву все проверялось. То есть, получается, сподвижники, они записывали и наизусть заучивали Коран. И то, что один записывал, другие переписывали у них тоже. Как было ниспослано. Поэтому зашито вокруг этого Корана и причины для сохранения Корана было громадное количество. В первую очередь это были хафизы, сподвижники, которые наизусть учили. А потом это был записанный Коран, который сподвижники писали. У них не было бумаги, чтобы писать. Они писали, могли его написать на
таких плоских камнях они могли его написать. Могли его написать на кусках кожи. Они писали. Все, что у них попадется, все они могли на какой-нибудь дощечке написать. Они писали вот так. Но главное, они писали и сохраняли Коран. И вот эта забота, то, что мы говорили, в эпоху сподвижников, когда вот это происшествие случилось после этой битвы при Ямамете с вероотступниками, Умар уговорил Абу-Бакра начинать собирание Корана. Абу-Бакр, ради Аллаху ангу, позвал к себе молодого сподвижника Зайд ибн Сабита и говорит ему: ты молодой умный парень, говорит, вот мы с Умаром пришли к мнению, что нужно то, на чем, все, на чем то, что написано в Коран, его надо собрать. То есть, если посмотреть, у сподвижников было, у этого могло быть часть, у этого другая часть, у другого третья часть, вот так могло быть. Они вместе, сподвижники, в течение целого года, они собирали этот Коран. Вы знаете, тут надо обратить внимание, хафизов, знающих Коран, наизусть было, много было, громадное количество было. Но вот воедино собранный, написанный, пока его не было. И работу, которую сделал Абу-Бакр, это было то, что он все, на чем был Коран написан, он собрал его воедино, в одном месте. Дополнение к тем хафизам, которые были. И это была величайшая забота про Коран, за Коран. И поэтому Али ибн Аби Талиб, ради Аллаху анху, говорит про Абу-Бакра: самый великий из людей в вознаграждении за заботу о Коране, говорит он после пророка, это Абу-Бакр говорит, потому что первый он собрал написанный Коран воедино. Собрал в одном месте. И вот так забота сподвижников продолжалась. Эпоху Умара сподвижники, они, распространяя ислам, дошли до многих мест. Эпоху Умара они дошли до наших земель, до земель Дагестана тоже они дошли, до Дербента. Они дошли до этого места примерно в 21-22 году по мусульманскому календарю. Это получается после 640-х годов. Первые они пришли до Дербента, дошли до этого места. После этого мусульмане оттуда продолжали свой путь, распространяя ислам в сторону Армении и Азербайджана. Вот когда в ту сторону ислам распространяли, там участвовали великие сахабы, сподвижники большие, как Хузейфат ибн Ляман был один из этих людей. Хузейфат ибн Ляман, этот человек, он заметил, что чем больше среди людей ислам распространяется, тем больше нужда появляется, что у мусульман был написанный Коран, чтобы люди могли оттуда учиться. И тогда он, возвращаясь к Усману, говорит правителю того времени, это было после смерти Умара, он говорит, Усмана убеждает, что это к 24-25 году, то есть примерно 646 году. Он убеждает Усмана начинать записывать Коран, как у нас есть, вот в единую книгу, чтобы его записать, собрать вместе. И одинаковым образом этот Коран собрать вместе, сделать несколько копий этого Корана и разделить в разные части исламского мира, чтобы с целью того, чтобы Коран люди могли учить, потому что к этому времени не только арабы были уже мусульманами, к этому времени и аджами, не арабы тоже были мусульманами. И обратно Усман, ради Аллаху анху, вызывает того же самого сподвижника Зайд ибн Сабита и вместе с ним других сподвижников, Абдуллах ибн Зубейр, Саид ибн Ас, и Абдурахман ибн Харис ибн Ишам, их собирает и возлагает на них функцию, вот то, что было собрано эпоху Абу-Бакра воедино из написанного. Оно было после смерти Абу-Бакра передано Умару, а после смерти Умара было передано его дочери, матери правоверных, жене пророка Хафса. У нее дома они хранились эти листы, на которых был написан Коран. Они взяли это и скопировали эпоху Усмана, скопировали его и сделали его как единую, знаете, вот между двух вот, обложек сделали книгу целую, как Коран, собрали воедино. И сделали из них копии, написали 5 копий сделали, то есть одно и то же переписывают, сделали 5 книг. И Усман, по приказу Усмана, все вот эти 5 книг были разосланы в разные части исламского мира. Они были посланы именно в те части, которые были, скажем так, ну если взять, если мусульманская земля была разделена на какие-то области, вот этот Коран отправлялся именно то, что можно назвать современным языком, какой-нибудь областной центр, главный город, туда отправлялся Коран.
Один Коран остался в Медине, который назвали имамом главным, Мусхафуль Имам. Второй был не послан. Второй Коран отправили в Дамаск, в столице Сирии, в Шам. Третий отправили в Басра, город Ираке. Четвертый отправили в Куфу. И еще одну копию отправили в Мекку. Отправили. Почему именно в эти города? Потому что в то время, если посмотреть так разделение областей в исламском мире, то эти города были именно как центрами этих областей. Эти города, поэтому они, Коран, были туда посланы, эти Кораны, отправлены были туда, и оттуда дальше уже копировались, писались и распространялись среди людей эти Кораны. Тут надо обратить внимание еще раз, уважаемые братья, это было в дополнение к тому громадному количеству хафизов, которые прямо от пророка, алейхиссалату вассалям, взяли этот Коран и прямо у него выучили этот Коран наизусть. Даже если в этой книге что-то, допустим, кто-то какую-то даже грамматическую ошибку в писании допустил бы, там было громадное количество сподвижников, которые ее исправляли. Поэтому немыслимо было просто, чтобы там хотя бы в букве ошибка произошла. И благодаря вот этой великой работе Абу Бакра и после него Усмана, Коран, альхамдулиллах, дошел до всех людей в такой форме. И вот цепочка этих хафизов, которые учили этот Коран, никогда не уменьшалась, она все больше и больше становилась. Цепочка хафизов, которые знают одну и ту же книгу наизусть, буква в букву знают наизусть. И поэтому, чтобы предположить, что там что-то могло бы быть изменено, это, конечно, было немыслимо. Поэтому, уважаемые братья, это то, что мы сейчас сказали, это коротко так сказать историю, как Коран распространялся и как он был записан, этот Коран Аль-Карим, и как о нем заботились сподвижники. Дай Аллах, чтобы мы все были из тех людей, которые придерживаются Корана. И дай Аллах нам тавфик вернуться к учениям Корана так, чтобы Аллах Та'аля был нами доволен. Вальхамду лилляхи раббиль аламин. Обильную информацию, которая подобается каждому мусульманину знать об истории возникновения Корана. И из этих Коранов, которые были несколько экземпляров, один экземпляр, он находится в Ташкенте, медресе, который называется «Мой Мубарак», при духовном управлении Узбекистана. Некоторые ученые полагают, что этот был Коран, окровавленный кровью Усмана, некоторые так передают. Он состоит из 358 страниц. Это оригинал этой рукописи, он сохранится в Ташкенте. Из него были переписаны, вот сегодня у нас, которые перед нами лежат, эти Кораны. И у нас здесь присутствует алим, дагестанский ученый Анвар. Я бы очень хотел бы, конечно, чтобы он несколько рассказал бы нам. Это человек, который после приезда Сирии плотно занимается именно рукописями. Ведь у нас в Дагестане очень много рукописей, которые, начиная с Корана и заканчивая разными книгами, он сделал очень большую работу над каноническим редакцией книги и некоторым дополнением комментария Ибн Хаджар и другими книгами сейчас еще занимается тоже. Но тем не менее мы думаем, что в его трудах окажутся и такие труды. Будет, наверное, отдельная книга Анвар Хаджи об рукописях Дагестана, именно вот отдельная книга. Мы ждем это, чтобы было какой-то справочник об рукописях Дагестана, начиная с Корана, сколько, какие Кораны, по какому хату, по каким этим все это писалось, мы это очень ждем. Ведь Дагестан, он является действительно большое наследие Дагестана. Мы просто, вот это то, что здесь мы собрали, это капля в море из того, что имеется у нас в Дагестане и за пределами Дагестана. Уважаемые братья, мы долго не будем продлевать здесь наши проповеди. Здесь у нас, как мы сказали, присутствует и хафизы Корана, и присутствует их учитель. Рядом с Анвар Хаджи присутствует наш тоже брат. Он выучил Коран, когда заучивал Коран, он вместе с этим и учился в Сирии, и заучивал Коран, получил иснад и иджаза от больших ученых, и сейчас продолжает заучивать. И он является постоянным членом по Корану комиссии молодых алимов конкурса, который проводится у нас в Хасавюрте. Вы знаете конкурс молодых алимов
памяти Саидбега Даитова, он является постоянным членом и возглавляет, является председателем этого совета, который для Корана, и он же в различных конкурсах присутствует, и он здесь тоже у нас присутствует, он, наверное, на аварском языке несколько слов скажет вообще об значимости иснаде, об иджазате Корана, почему должен быть иджаза, почему должен быть вот этот связь между нами и между пророком и от пророка до Всевышнего Аллаха, это имеет значимость, поэтому мы предоставляем ему слово. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته خير الدين الخواتم خير المصير ببي الله س نكرا مجلس بركة بوجب إثر الشين رجال دركون عملها بيز الله س نكرا تفير كلب نكرا كينا نجي مناهل شور اللي في دين مجلس من هبيجي أبارك صلى الله عليه وسلم بركة كي Абдунал да Исул шафаат ахират алдыги Аллах ниткам тугеги хевги Исул лива алхамда дугот нитки нитлерут шиналги нитлер хизан хималги толгу бусурвану умматко дандет ухамматик ахират алда алжанада шивис хинам кинал го саконатида токо кабун тужу абила дина тлуатсал нитлеца нитлек бреш ара хабис рашинал Кур'ан нитлу хаббат бисун حالی کلارو عمرگی تعمیر نشتر قرآن شل بیتونگو هبیتونگی کلارو قرآن شل خیرش کنه آورگ علیه سلطه و سلام سپه غارو حراش و نقدا زنگت اتصال رشت ربایت این که دبیتنه اقرا بگید آمون هدینا آورگ علیه سلطه و سلام تقدس نواجون رقاب وصبای بیخنا جندرگو اصحاب زباد هی قرآن مسیزه هي القرآن ماشلون شباب رشت رشنم آيات أصحاب زباد ماشلون هدينا أصحاب زباد سا تابعون أزو قتلون تابعون أزا خدورات أرال تابعون أزو قتلون هدينا جقاق وشزعان هب تصالي يحلوغي شازب يحلوغي تنجي هرطوسا قوت إج إب هب رخص نتلقي شنبوغ هدينا الشيو وشياس تنجي أصحاب زباد سا هزو قتلون هدو حرفوغي هدو معنى بيجي هلو مرادل تفسير لغي ماشلو لغو داها داها بكون قرآن تسوغي دازو قيكتون ها بدون الفوز عن هدنا خود إزغي بوغو هب سوحانا كتا تصالوا لي بهانيب داغي سانال لغي عمر سيب دون الله تصالوا لي حفص روايات بوغو تنجي هزو كينا ونجي قرآن ماشلو لي بقراءات أنتو بوغو تنجي تلوشاب كينا ونجي أنتو لأنقو بوغو وأنقو ياب تنجي تصالي زي بيهولاري غودينا بوغو تلوشاب هيتي باجراب أنتو تلوشاب بوغو هم أنت أقول خيرات هم جت سوا هم شو قارئ أسوم أنت هو جو أُشيتل شيخ يسوقه كيو كيكي صوت جدرس كيكو صادق هنوكنا هدين كلا رواياتين أبلا شو زين أنت أقول خيرات هذا سام كلا خوغو روايات نهلت ستسالوا لي بنهلت داغستان هذا كي عمرس زين دونا هذا سبيت سالوا لي كلا حفص الروايات خوغو هذا سام صور روايات جيجي خط ولا نهلت أنت في الإيشكو بعد كده تسالوا لي قاعدة سینگی سالیزی، خازابیزی، بود کارو چی اسیخا. سینگی هم سالونگی، الله استغفر تیگ، الحمدلله. هدین سالون عید سوعه گی نکته خازابیزی نکته داد آداب این نرشخا. هنچ هم قرآن نکته ماشیت رو حق شد، هیبوسیت رو حق شد. سینگی هواج کارو صادق هنستا، سال رو قاعده بکونا نکته لغیسان دگی تسوی کن بک عرب، هر طقی زمان دخوت و خود عرب هنچ تید دسن، آد بوسونگی واج عرب، الحمدلله الله سریت. هب سالو القاعدة بقى نشيو متعدد سا الحمد لله باي بيكم وخلي بقى بقى القاعدة بقى إجازة القاعدة هذه نموذج سبيت سنة سنجي واتلو شيء ستقول سب الحمد لله هذا الحمد سال الله تقوى السالون جي كيجو قوى السالون جي أنت بز به الله موت بز به الله غص هذا واسا سوق أو بيت أرب قاعدة أو جندقو جندرقو أستار اسمه تدقه جيوغو غرازيو حالا دو سالي لتقن ها غدين تشيزو تحوغو باك عدا هنج ها غب تسالون وطارمي خدال غو سنجي معلم رازي خارمي خدال غو سابلو خدو سورة سالي غو متعلا سبارب شيم نجي بوك انارو غو واجون ريك اخي غو بجي تازبون هادو معلم سابر هانم ها باك عطار خنال وطار قولو غو تسالين ابو تساولا اخيدي تسالين ابو غطل تسالين دو بيت سلجي خينا وك انيو كركم واچون نيتسا هل ها غادي نو كنت اوتسل سيرغال دو صيم متعد دو قران لك اكي خانا نيجي حق اجازه يسو
Тенге година уровень он учи. Хага вахала да цалом, аму джуз бакхуна цингитит да санбай бихула, бакара да згот лихю изан, то бара Коран, вот этот ад, базилес вугу шугусон, аншлгусон, вот цалу лювасасук Аллах балахум, усул гиляя лих балахум. Ханджи хедин хабан хлю араме хадаш, ханджи усул цит да санге, ихтибар хабула, проверка хабула, цинги иксамин босу вугу сукха, тот сугу адикина гу цали забулару, хорто хорто санкун, шушу лист кун, цоцу джуз кун, خدوب شوشو جز کن خدوب آنت کند جز کن خدوب تینگه تیک را بخیک اپامیت بگو چو گو دانی تو برای قرآن آدستان سرازو گو حویزی گی بگولا هیب حال ده هم مخد کل غسی غب شلوعون ها غسو بکن کل جندر گو عدب کال ها غم متعالی سو شو هرمخ غسو که اجازه غب کل ها طریقت هل جانب طریقت هل استراز سو گی دست غسات طول عدب قرآن سالی اشتو ایزنو قرآن سالی زه کی نوشته است خبیه هنگی جندگو شاله مناخ کلار حساب کی بکنه که تبی سرمو کد آوارگ علی سلط و سلام است اصحاب زبوز خطر دو قاعده است ماشل قاعده دوناو خیز عنگ بکنی او وشوقی خاص آهلو بکن ها قاعده بکن هدی ندید تبی سرمو قاعده از جندیو گود سالی زه مناخ کلار حساب داد تینگی شی با قول قرآن سالم شروع زبونی کی جوز سالانگی وشوق اروم باتی دب تینگی هل هدینان شاگو بودی نسل مشکل دو شاید بوری خیلی تو آوارا که سر الله سلام دوستو بک عرب دوست مشکل بک عرب جو تونو خب جو امانه کی دکوری تو حرف یا گی حرف خود صفات کی نم عجی توری زی بیهولر خب جو کلا امانه میشه که امانه کل تو رب جو قطعا دخیس باشن که تبیز بیهولر اب تو دکه اب امانه تو سواد چرا چی شد زن دخ بک اینو خب واد چرا ما خوش خیلی خیلی هل دین هم تونم سالی زکوری بکنم ماشی زکوری بکنم قرآن. تینگه توی دیس قبل او سالم شعر او حافظ از این کوتاه است بیت نهارات کن خیک اب حامیت کن خیک اب قرآن شالب تینگه حتی علم سال را بخو تفسیر حالی گرو کن غب سال را جویل در هیچی همون هم قرآن حاضر بر جو علم جن دینه که آمد حق غب خدوب کن هغب اذن و شو کغت بازی تو کو غدینم بیت شلو غل خا но едина чаян деца абиля рушай гору хил а гошиба в силисилата хил изну бокуна изну жани баракат бокуна улда жани бутлук удия цинг аварага се сура Аллаху асану шизан хур хараб цепочка бокуна губа едини дал гоб кола до аварага сура Аллаху алаху асану бача духил туста сам бача ним изну бокуна цебе цебе куматуни хил едина изну шанани хевч бу кота каса кудия баракат баткида баракат бокуна хил баткида нимат бу гэб кинам гуча се тулари هل هدینا سالی زکول بکن دینا شواد سال قرآن هی قرآن ماشی زکان نهنی دو تسی بکن بیت سال خانی قرآن حزن بعدی سی بیت سال وشلو کنن چه زکول تا خدا گاز زحمت هب علم وشلو درس کتاب و درس ماشی گی قرآن وشلو چه درس ماشی گی سوکر باق داد چلین ام به هلا دیس علم وشلو گی ماشی الله قرآن وشلو گی ماشی الله نو قرآن وشلو ماشی زک خدا گاز زحمت هجو اندی دو تسی بکن خوگو متعال بکن ان خویو گوشی سالم شلو عز عن هدینا تسو بیت صورعی که آبی تو گو، تینگه شن کین نماز آب شن و جلو که علیک کن، استاد قویست که گوشت داد خوگون خال حمید اون صاری زبزکانه گو کوتاه زحمت آج بگو، صبر و قرآن بگو، متعال سیگ قرآن و صبر و استاد سگی آن چون خودسی کن معلم سیگ قرآن، خودین هیچ نه گو متعال بگی رکن نرخ دو رکن نرو گو معلم زبیخون، هدین هر دین اخلاق سال الله استفاده لگی، الحمدلله. أنا كون كرسي ده حدود فرم دون عقل في المخدر شيبة بتاعي لا تسكع دي إسانا شون تانو غب الله هس شون توجيجي الله تعدد أدي أشلو قد سيكي نريجي نسلي دي الكون كرسي جي تنجي حتى نوسي تي راخر المتعيز بيقروكونا أنت وانت إلا توسون أتسبت أتسو دون دو عقل ترمي خبوك أن كي قوغو عنو حفيز آخير الده هبسون غول تسا سون العقل ترمي خا فشي نوس قد إراخر حفيز روكونا شيبة تاعتها تسيئت إلا راتون لوكونا و پاوتور نگیرد که تروی تری میشه کورل گیرو کنه نعمه رسید یا علاق خبرات کنه هی بکودی نعمت اش دین خواهد سال هی قرآن شایسته حق تو هنی خبرات بیت سندی سای اگو بیتی نرو هی دین تی دال الله سریت بگو نیخ بیچت برو گو علیم زب زرق خشم بیچت برو گو متعز بزرق خشم بیچت برو گو مدرسه بزرق خشم بیچت برو گو دینیا جماعت بزرق خشم نیت سه لیت سب از کودین خواهد سال نعمه را دید ویک کنه دنگ انتقالون قسم اصل دین خواهد سوم صداق سیریال داد وقت سالو کن. دوباره خا خدول حیض آرام میخوای. پتی بات از راج را علاقه بدان دی آرام میخوای. ام نیکه دغدغستان آن دعاه دبوجب علمیه بعدی نم دان دی خیگی. بعدی نم ماجدی سالگی. هیب کیم نگه تو دینا تو اصل. بعدی نم بیشتر تر حریه و قاعده خا. کین نگو جو کام بکن. شما دژانی
Худу хама забада, а не ахатал кинанго, алин забада барака дитеги, тун кутакал злохана, тун тот себе ашара, росу богу, но жир мажидис богу, но жир хилдат на гуохана, а не ахал хилдат на гуохана, а ахат на ниге, рули жуги бука на богу на ниге, синге рохи захир хабун, а не амна Аллас, дуа хаби гуруши хабукине, кида гурохун теги, Аллас, но жир дуаду, но жир дуаду амарат богу, хабуру дуа Аллас, кабул хабиги, вассаламу алейкум, урахматуллахи и баракату. Умар Асхабхаджи нам в общем рассказал об значимости Корана, как надо все заучивать, как это заучивается, как имеется цепочка до пророка. И из последних, что он сказал, было, что когда мы проводим конкурс молодых алимов, первый раз присутствовал около 40 где-то человек в 2003-2004 году. Дальше уже вот последние конкурсы, там уже чисто с Дагестана, который полностью выучили Коран, было около 100 человек. Это, конечно, радует. И сегодня мне отрадно, кроме тех хафизов, которые у нас здесь присутствуют, здесь еще один молодой хафиз тоже подошел, это Казимагомедов Джабраил. Мы сейчас предоставим ему возможность прочитать Коран. Он из селения Новокостек. Новокостек, уважаемые братья, где-то в 2005-2006 году я в этом селении был. И тогда еще мне сказали, что в этом селении около 70 ребят, которые знают Коран наизусть, из них 15-20 девушек тогда было. И это количество увеличивалось. Алхамдулилля, у нас в Дагестане есть село, которое можно назвать селом Корана. Это Новокостек, это Губдейн, это другие села, которые вот непосредственно целое село, жители этого села и приезжие занимаются Кораном. Мы предоставляем прочитать несколько аятов из Корана, из этого села Газимагомедова Джабраила. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين من جاء بالحسنة فله خير منها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد قل ربي أعلم من جاء بالهدى ومن هو في ضلال مبين وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك فلا تكونن ظهيرا للكافرين ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك وادع إلى ربك ولا تكونن من المشركين ولا تدع مع الله إلها آخر لا إله إلا هو كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون صدق الله العظيم Аллах манфана бихи ва барик лана фихи ва альхамдулиллахи раббиль аламин.
Сейчас мы зададим тоже несколько вопросов, чтобы чуть оживить вас. Самая короткая сура в Коране. Самая короткая сура в Коране. Кто знает? Он же был, да? Что за сура? Кулху? Кулху? Нет. Суратуль? Инна ат айнакаль каусар. Как называется сура? Сура Каусар называется. Читать умеешь? Дайте мне подарок. Сейчас кто скажет самый длинный рассказ в Коране? Можно? Он уже ответил. Он поднял руку. Какой сура? Сюда иди. Какой сура? Алиф лям мим. Как называется он? Это первый сура или второй сура? Первый Коран какой сура? Первый, когда мы открываем зяды. Алхам, фатха. А это? Второй получается. Сколько аятов знаешь? Ну, Суратуль Бакара получается. Алиф лям мим начинается, он имел в виду Суратуль Бакара. Так же? Как называется Суратуль? Бакара. Правильно. Хорошо, здесь еще вопрос такой. Сура, которая начинается без бисмиллахи рахман рахим. Без бисмиллахи рахман рахим. Не написано. Вот маленький, сюда иди. Можно? Сюда иди. Можно. Он уже поднял. Иди сюда. Если он не скажет, то предоставим тебе это. Как называется? Ат-Тауа. Сурату? Ат-Тауа? Да. Еще точнее. Бисмиллах написано там? Нет. Тауба. Сурату Тауба. Молодец. Дай ему. И такой... Хорошо, ты очень настойчив был. Тебе зададим такой вопрос. Танька, в течение скольки лет был ниспослан Коран? Это потому, что здесь сказали такое. Сколько лет ниспослался Коран? 23. Дай ему. Он настойчив был, хотел ответить. 23 года. Сейчас мы предоставляем возможность. Последний это маджлис. Мы на этих чтениях, иншалла, завершим. Проповеди, алхамдулилля, у нас много было. У нас из чтецов остался Муртазалиев Мухаммад. Мы предоставляем ему слово, чтобы прочитать несколько аятов. А'узу биллахи минаш шайтанир раджим. Ва ин юриду ан яхда'ука фа инна хасбака Аллах. Хуа аллази بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. صدق الله العظيم. Действительно, каждый как может украшает Коран. Кто-то Коран украсил своим каллиграфией, своим хаттом, кто-то украсил еще чем-то другим. Даже было использовано золото, а кто-то украшает Коран своим голосом, кто-то украшает его комментарием, своими знаниями несет, кто-то извлечением оттуда ахкамов. Действительно, отрадно, чтобы вот
Коран мы не только слушали, и чтобы приятно было слушать. Следующий у нас Расул Шамиль, тоже в Чечне он проходил чтение, заучивание Корана. Мы тоже предоставляем ему слово, чтобы нам прочитал несколько аятов. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير صدق الله العظيم صدق الله العظيم. Последнее, что было сказано об Нуре. Нур – это свет, это озарение. Пусть Всевышний Аллах озарит наши сердца Кораном. Именно те люди, обитатели рая, они будут озаренными, их сердца. Ведь наша религия является Нуром. Наш пророк является Нуром. Наш Аллах, даже в Коране говорится, Аллаху Нуру Самавати Валь Ард. Аллах является светом. Свет имеется в виду озаряющим, осветляющим земли и небеса. В Коране Аллах себя называет Нуром. Дальше Всевышний Аллах нашего пророка, саллиллаху алейху ассалям, называет Нуром. В Коране говорится, «Кад джаакум мин Аллахи нурум ва китабум мубин». К вам от Всевышнего Аллаха пришел Нур и священный Коран. И сам Коран для нас является Нуром, потому что в Коране говорится, «Фа амину биллахи ва расулихи ва нури лади анзальна». Вы уверите Аллаха и пророка, и в Нур, который был ниспослан к вам. Наш пророк Нур, наш Всевышний Аллах Нур, наш Коран Нур, и мы не должны жить умма Мухаммада, умма, которая освящена, озарил нас Всевышний Аллах, мы не должны жить во тьме, уважаемые братья. Сегодняшний маджлис мы завершаем чтением Корана. Садруддин Сахиб Назаров нам прочитает несколько аятов. Это будет последнее чтение Корана в этом маджлисе. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير إن في خلق السماوات والأرض اختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا ينادي للإيمان أن آمن
واكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. صدق الله العظيم. آمين آمين Амин. Последний аят, который были прочитаны, в нем содержалась дуа. Мы все говорим амин, и мы сейчас тоже будем делать дуа. Уважаемые братья мусульмане, мы выражаем вам большую благодарность за эту ночь, которую вы пришли сюда, нашли время, женщины, дети, все собрались здесь. И вы знаете, последние события, которые происходят в мире, которые дискредитируют нашего пророка Мухаммада, саллиллаху алейхи вассалям, и завистники, и ненавистники, мы выражаем любовь к нашему пророку, нашей религии, носителю, первого человека, носителя Корана, через оживление нашего Корана, вот так, через оживление нашей любви к пророку, саллиллаху алейхи ва саллям. Не обязательно выйти куда-то на демонстрацию, не обязательно высказывать отдельно этим людям, которые насмехаются, которые высмеивают, которые выражают ненависть нашему пророку. Мы говорим, чтобы Всевышний Аллах их наставил на правильный путь. Пусть Всевышний Аллах вселит в сердца, их сердца иман. Пусть они превратятся в люди, которые принимают ислам и готовы принять ислам. Если же они это не принимают, пусть Всевышний Аллах их унизит. Как говорится в Коране, «Инна шаниака хуаль абтар». Воистину, говорит, твой ненавистник, он является безродным. У него будущего не будет. Он безбаракатный человек. Каждый человек... Субханаллах, это получается, когда Аллах захотел унизить одного человека, Аллах дал ему возможность выступить против самого высшего, самого великого человека. И этим Аллах унизил этого человека. Пусть Аллах нас возвысит тем, что мы уважаем и возвышаем самых любимых людей нашего пророка Мухаммада, саллиллаху алейхи ва саллям. Поскольку наш брат Ануар Хаджи, он, в общем, от проповеди, он вежливо отказался, мы сейчас предоставляем ему возможность, чтобы он сделал дуа для бараката, для нашей уммы, и против этих ненавистников, и для сплочения нашей уммы, и чтобы у нас в Дагестане и во всем мире было единство, баракат. اللهم تقبل منا قبولا حسنا يا رب العالمين. اللهم اجعل هذا المجلس يكون فيه رضا لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا مرحوما يا رب العالمين. اللهم بارك في جميع الحاضرين يا رب العالمين. اللهم ارزقنا حفظ كتابك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ارزقنا أن نطبق ما في كتابك يا رب العالمين على أرض الواقع يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. اللهم يا كريم يا كريم اللهم يا رحيم ارحمنا اللهم يا غفور اغفر لنا اللهم يا لطيف الطف بأمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم بارك في مجلسنا هذا. اللهم بارك في القائمين على مجلسنا هذا يا رب العالمين. اللهم بارك في أهل هذه القرية يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعلهم من المطبقين لشريعتك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إن كان فيهم من يشرب الخمر فتوب عليه يا رب العالمين فخذه إليك يا رب العالمين بتوبة صادقة نصوح يا رب العالمين. اللهم إن كان فيهم من يشرب الدخان يا رب العالمين اللهم اشفه منه يا ذا الجلال والإكرام. اللهم من كان يمشي في هذه القرية بغير رضاك يا ذا الجلال والإكرام فقبله يا الله يا الله. أنت القادر على ذلك يا ذا الجلال والإكرام. أنت القادر على ذلك يا ذا الجلال والإكرام.
ليس لنا يا رب العالمين إلا أن نسألك يا ذا الجلال والإكرام ليس لنا إلا أن نسألك يا ذا الجلال والإكرام اللهم انصر الإسلام والمسلمين واخذل الكفرة والمشركين يا ذا الجلال والإكرام اللهم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين ارحم عبادك المستضعفين المظلومين المضطهدين في بلاد الشام يا رب العالمين اللهم أرجعهم إلى أوطانهم سالمين غانمين يا ذا الجلال والإكرام اللهم أرجعهم إلى أوطانهم سالمين غانمين يا رب العالمين اللهم أبرم لهم أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر يا رب العالمين اللهم إنا نسألك باسمك الأعظم وبأسمائك الحسنى ما علمنا منها وما لم نعلم وبحبك لنبيك الأكرم صلى الله عليه وسلم أن توفقنا لجميع طاعاتك وتعصمنا عن جميع معاصيك يا رب العالمين وتعمنا في الدنيا والآخرة برحمتك يا أرحم الراحمين يا الله يا الله يا الله اللهم يا أرحم الراحمين لقد رأينا هؤلاء الحفاظ اللهم بكل حرف وبكل حركة في قرآنك الكريم اللهم أكرمهم اللهم ارفع درجاتهم يا رب العالمين اللهم أكرم آباءهم وأمهاتهم بكرم من عندك يا ذا الجلال والإكرام إذ مشوا في هذا الأمر يا رب العالمين إذ تحملوا مشقاتهم وأوقاتهم في سبيل حفظ أولادهم كتابك يا ذا الجلال والإكرام اللهم أكرمهم من عندك اللهم أكرمهم من عندك اللهم أكثر أمثالهم يا رب العالمين في بلادنا اللهم أكثر الحفاظ والعلماء في بلادنا يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث ومن عذابك نستجير ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله تعالى وسلم على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين لا إله إلا الله محمد رسول الله 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 لا إله إلا الله محمد رسول محمد رسول الله لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله